1 июля глава Республики Дагестан с рабочим визитом прибыл в Хасавюрт для проведения выездного заседания антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавюрт. Собрание проходило с участием представителей всех министерств, муниципальных, республиканских, федеральных ведомств и общественных организаций. На повестке дня рассматривался вопрос о результатах работы, проведенной в 2016 году и в первом полугодии 2017 года в городе Хасавюрт в сфере противодействия терроризму. Основным докладчиком выступил председатель антитеррористической комиссии города Хасавюрт, глава города Зайнудин Акмазов. Уважаемый Рамазан Кадимирович, антитеррористической комиссии города реализуется комплексная программа и подпрограмма муниципальная, обеспечивая программу «Целевой подход» планированной работы по борьбе и противодействию идеологии терроризма в республике и в городе. Основными направлениями реализации комплексного плана являются мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежи, идеологии терроризма в различных проявлениях. Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при антитеррористической комиссии города за отчетный период 2016-2017 года провела более сотни адресно-профилактических бесед с выделенной категорией лиц. Межведомственной лекторской группой по противодействию идеологии терроризма при антитеррористической комиссии города за отчетный период было проведено 74 лекторских встреч. Встречи проводятся с привлечением сотрудников правоохранительных органов, работников аппарата антитеррористической комиссии, городского управления образования и представителей духовенства, сказал Акмазов. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов отметил, что деятельность аппарата в целом оценивается положительно, но объем работы в плане поддержания правового общественного порядка в Хасавюрте остается большим, и это, безусловно, будет требовать большого усилия от всех представителей власти. Еще одним острым вопросом, который поднял глава республики, было соответствие требованиям закона страны и республики работы городских рынков по повышению уровня собираемости налогов. Вот в городе Хасавюрте, по-моему, где 12 рынков. 12 рынков. Считайте, что в городе Хасавюрте работает 12 крупных предприятий. Потому что оборот, который идет на этих рынках, больше, чем на любом крупном предприятии. Так оно и есть. А теперь посмотрите другую сторону. Сколько прибыли получает город, республика от этих 12 крупных предприятий. Абдулатиповым также было акцентировано внимание на необходимость установления взаимоотношений предпринимателей и государства в рамках правового поля для защиты в первую очередь интересов населения. В заседании были заслушаны доклады начальника управления городского образования Руслана Ибрагимова, деятельность которого получила высокую положительную оценку Рамазана Абдулатипова, а также начальника отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева и заместителя главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Тагира Гаджиева. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».